Сычков второй, Арсений Зигангиров третий, Саба Сазонов четвертый. Виктора была как минимум неплохая. Это Ярослав Михайлов, если не ошибаюсь, выходил и бил поворотом, но помешали ему защитники Сшора. Сшор же пока всего лишь 2 очка набрал, несмотря на то, что достаточно минуты 2-0 обыгрывает Локомотив на своем поле. Голы были на 4-44 минуте. Сейчас там должен идти второй тайм. Ну, а у нас пока все только начинается. Сыграно в той встрече, но Иван Куршунов, который подошел к мячу, к сожалению, не смог исполнить 11-метровый так, чтобы принести победу своей команде и отправил мяч выше ворот в той ситуации. Посмотрим, что будет сегодня. Здесь в очередной раз сейчас, как-то я уж не знаю, может быть, не угадали с шипами игроки с Шора, потому что не первый раз, когда кто-то из футболистов в белом отправляется в атаку, получается. Газпром Академии «Зенит», у него это не получилось, мяч шел выше ворот. Ну и здесь сейчас также выше ворот Даниил Николаев, нападающий с Шор, попытался пробить, но, к сожалению, мяч по части поля остается мяч. И перевод на фланг. Достаточно плотно играют футболисты с Шор. Понимают, что лучше поддавить. И вот, пожалуйста, додавили здесь перехват. И кто? Надо дать спорный в данной ситуации. Интересно, и при том, что его сразу же сохранили. Это спорный мяч игроки Академии. Ну, ладно. Интересно. Мне показалось, что там не было ничего критичного в действиях. Там сейчас будут вводить мяч игроки в белом. Вброс мяча. Ну и сразу же перехват от Академии. И можно попробовать начать атаку. Не проходит дальняя передача. Тем более, что противостояние с Шорой Академии. Но это такая вечная борьба в городе. Только в нескольких турнирах, в нескольких возрастах у нас на городском уровне пытаются встрять другие команды в борьбу за первое место на детско-юношеских турнирах. Ну а так, естественно, везде Академии. И отправить в атаку своего коллегу по команде, но не получилось. И в ответ контратака с Шора. И здесь уже приходится вот так вот выносить мяч на угловой. Не получилось у него сейчас правильно обработать мяч. А так, конечно, перед ним были пустые ворота, потому что там немножко Иван Кукушкин замешкался. На выходе не получилось у него сыграть в мяч. Там Шор, вот пока можно сказать, что голкиперы обеих команд, они самые активные действующие лица, потому что через них идет часть атак, через них идет часть розыгрышей. Ну и благодаря, собственно, их игре пока счет еще у нас Александр Сандарчук, футболисты, которые уже выходили в UFL. В составе Академии вот провели матч против юношей из Лиона. Тем более Сандарчук играл еще с Тульским Арсеналом. Дождь начался в Петербурге. Ну, в принципе, типичная ситуация. Петербург, осадки. Мы даже удивились тут с коллегами, когда еще готовились к этой трансляции, что прямо в глаз нам било солнце. Здесь будет вот мяча из аута. Смотрим, кто здесь. Прием хороший. Снова 2-3 человека. Ну, благодаря этому отняли мяч. Неудачный выход другой команды. Ну, по 30 с лишним человек заявлено на турнир юношеской футбольной лиги. Первый турнир в истории российского футбола, который проводится. Но, с другой стороны, это объясняемо, потому что у Академии есть команды, которые играют в молодежном первенстве. При желании можно кого-то особо сильных заявлять и же к линии штрафной. Он и сыграл головой в данной ситуации. Снова заброс на фланг, но здесь спокойно игрок Шора, перехват. Сошлись снова в центре. И здесь Шора, не хватает им немножко силы, может быть. Либо, я уж не знаю, ждут они от Данила Николаева другой немножко футбол. Спасибо коллегам, помогли посмотреть, кому досталась желтая карточка. Иван Бичков, второй номер, защитник, получил ее. Там мяч у себя, но руками, ногами не бил. Возможно, именно потому, что не было контакта ногами, здесь Реф пожалел нападающего с Шор. Очередная неточность передачи и очередной перехват. И уже футболисты в белом сейчас ищут, как разыграть этот мяч, но тоже неудачно. И сейчас Абсазонов с Шором наблюдали. Посмотрим, что здесь. Здесь у нас сейчас спускается снова к середине поля
футболисты в синем, и вот уже вдвоем, втроем напрыгивают на одного игрока, футболиста Шора, но не помогает это, что мяч падает просто в ближайшего игрока. Ближайшим игроком оказывается футболист Академии. Так что шоровцам надо, конечно, как-то немножко менять эту систему, наверное. Ну, либо ждать все-таки, пробовать более сильно вбрасывать и вводить мяч со штрафных и из аут. Потому что Михайлов бы здесь убегал бы по центру, и можно было бы растягивать оборону с Шора, Академии Зенита, и уже проводить опасную атаку. Если понятно, но пока все-таки не до конца. И замена, смотрите, у нас в составе Академии 9 до конца первого тайма. Сейчас вот мяч из аута неудачный, за лицевую мяч ускакал в итоге. Ну там матч, а у нас Академия уже провела замену, и вот теперь готовит замену с Шор. Интересное решение под занавес тайма внести такую свежую кровь. Ну, посмотрим, чем это кончится. Сейчас футболисты Шор пробуют атаку по флангу, но нет, здесь хорошо разобрались академики, снова через Кукушкина. И вот здесь прессинг-то какой от игроков в белом. Хорошо, конечно, не дают они продохнуть сопернику лишний раз. Ну и сейчас, конечно, в концовке тайма неплохо было бы поджать и одним, и другим, потому что, ну, его тезка Егор Смирнов очень четко сыграл по мячу. Хорошо здесь Иван Кукушкин, отмечу, голкипер с Академии сейчас хорошо отдал передачу. Небольшая ошибка третьего номера с Шора. И выпускают мяч в аут. Вот мяч из боковой. Хорошо развернулся. Можно уходить на фланг. Здесь, да, и табличку. Мы подождем, посмотрим, сколько добавлено к первому тайму. И здесь у нас вынос вроде показался неплохой в исполнении Кукушкина. А, матч юношеской футбольной лиги. Газпром Академия «Зенит» играет против Шора. Пока по нулям у нас. И здесь мяч вышел за предел поля. Виктор Козырев его упустил. И главное не запутаться, какой из Кузнецовых с мячом. Напомню, что Газпром Академия «Зенит» у нас все.